Hello, народ, с вами Кексти Винтер, и сегодня, ребят, я бы хотел оценить скины моих подписчиков. Да, ребят, я просил своих подписчиков скидывать свои никнеймы в мой Discord сервер. Да, кстати, если вы хотите тоже участвовать в подобных рубриках, то заходите на мой Discord сервер, ведь именно там я провожу наборы на все съемки видео. Если что, ссылочка всегда находится в описании под любым видео. В общем-то, я просил людей написать свои никнеймы, я выбрал несколько подписчиков скины, которых я буду сегодня оценивать, и поэтому сегодня я буду их оценивать. Да, ребят, давайте так, если эта рубрика вам нравится и вы хотите вторую часть, то тогда давайте наберем на этом ролике 65 лайкосов, и тогда я выпущу вторую часть оценки скину. Что ж, ребят, если вы хотите, чтобы я это снимал, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Итак, ребята, начнем мы с подписчика под ником Пча Владислав. Вот такой вот у него достаточно прикольный скин. И знаете, ребят, что я могу сказать про данный скин? В принципе, он довольно подходит, но все, что я могу сказать, это то, что на его месте я бы поставил не вот такие вот крылья, а какие-нибудь желтые крылья. Вот тогда было бы вообще идеально. Ну, а так, скинчик, в принципе, довольно-таки красивый, и мне он лично нравится. Но да, опять-таки, крылья в них тут абсолютно нет желтого цвета, а скин, как я вижу, желтый, поэтому я бы на его месте поставил желтые крылья. Да, поэтому думаю, что оценочка данному скину будет 9, да, думаю, девятка здесь как раз таки подойдет, и все, что нужно добавить, это поставить желтые крылья. Что ж, ладно, мы переходим к следующему подписчику. Следующая, как я понимаю, подписчица, это Шуэли. И что я могу сказать про ее скин? Блин, скинчик довольно прикольный, такой весь в черном цвете, и такие еще красные тут одежды. Сош, я могу сказать, что скин реально довольно-таки красивый, и мне он очень даже нравится, да, поскольку я люблю черный цвет. И поэтому я думаю, что в этом скине ничего не нужно менять, как по мне, он просто реально идеальный. Такая серая кожа, все реально чисто в черном цвете, еще и красный тут немножко, и реально он подходит здесь. Так что я считаю, что этот скин заслуживает оценку 10 из 10, да, ребят. Именно так, скин реально годный, но мы переходим к следующему подписчику. Следующий подписчик, это у нас Санжар 201076. И вот честно скажу, мне его скин вот не нравится. Я не знаю почему, просто он какой-то такой слишком высокий, что ли. Высокий квадратный скин, плюс у него еще вот эта штука на голове квадратная. Ну, ребят, я не знаю, может кому-то нравятся такие скины, но если честно, мне не нравится. И я бы ему посоветовал вообще полностью переделать скин, да. Поэтому прости, Санжар, но лично это мое мнение, да, я тебя не осуждаю. Может, конечно, с таким скином быть, но мне такие скины не нравятся. Поэтому я поставлю тебе оценку 4 из 10, да, сорян. Ну, а мы переходим к следующему подписчику. Следующая подписчица, это Котик Бака. Наверное, это так считается, прости, если я прочитал неправильно. Ну, вот, собственно говоря, ее скин, и я могу сказать, что скин действительно хороший, да, то есть это, как я понимаю, хэллоуинский скин, да, хоть Хэллоуин уже и прошел, но, тем не менее, действительно, скин выглядит достаточно хорошо, и мне здесь реально все нравится, то есть скин реально годный, тут сочетание оранжевых и черных цветов, и плюс еще вот такие вот бежевые волосы. Слушайте, я считаю, что реально довольно-таки хороший скин, но, знаете, чего-то здесь не хватает, поэтому я поставлю 9,5. Я не могу сказать, чего здесь не хватает, но вот что-то здесь недостаточно. Да, может, какой-нибудь питомца можете поставить на плечо, тоже какой-нибудь под Хэллоуин, и было бы прям идеально. Да, вот. Поэтому я поставлю тебе 9,5, а мы переходим к следующему подписчику или же подписчице. Что ж, это у нас снова подписчица, и ник у нее Alexia228Russian. Что ж, довольно-таки интересный ник. Да ладно! Но суть тут, собственно, не в нике, а в скине. Что ж, я могу сказать, что это опять-таки черный такой скин. Как я заметил, что у большинства людей, которые я сегодня оцениваю, у них такие черные скины. Ну, по крайней мере, у подписчиц именно. Но, знаете, мне абсолютно любые черные скины, они мне нравятся. Поэтому я думаю, что в этом скине ничего плохого нету. То есть, реально, он прям вот идеальный. Серьезно, ребят. То есть, тут нету ничего лишнего. И я не знаю даже, что типа сказать, что посоветовать. И по этой причине я думаю, что я оценю данный скин в 10 из 10, ребят, да? Ну, поскольку я просто не знаю, что тут можно сказать. Да, ребят, реально, скин просто очень годный, и я считаю, что тут абсолютно все подходит к нему. То есть тут такая шапка, волосы черные, все черное. Да, ребят, скин 10 из 10, но мы переходим к следующей подписчице или же подписчику.
Ну, а следующий подписчик это у нас LordDem124. Вот такой вот у него классный скинчик. И мне, опять-таки, почти что все нравится в данном скине, кроме вот этого меча. Да, он здесь, конечно, подходит, но я могу сказать о том, что он тут, то есть, не такого цвета. То есть, как его волосы, например, они прям такие прям синие. А тут я бы сказал, что это бирюзовый, либо же голубой. Да, конечно, возможно, у него нет робуксов, но если у него будут робуксы, то я бы ему рекомендовал купить какой-либо другой меч в каталоге, который был бы вот прям такого синего цвета, а не бирюзового, как у него сейчас. А так, в принципе, я думаю, что скин довольно-таки хороший. Вот такая у него как броня, футболка и штаны. И тут такие как бы тульки, которые закрывают глаза. В общем-то, скинчик, я считаю, реально классный, но нужно поменять только бэкпак. Это как по мне, реально. Вот, ребят, ну, думаю, что оценка данному скину будет 9, поскольку здесь только одна вещь мне не нравится. А так, в принципе, все классно, да, можешь поменять только меч, и все, будет идеальный скин. Да ладно! Ну что ж, ребят, думаю, что на данном моменте мы будем заканчивать наш ролик. Напоминаю, что если вы хотите больше оценок скинов, то давайте наберем на данном ролике 65 лайкосов, ребят. Ну а с вами был Кэкси Винтер, не забывайте ставить лайкосы, подписывайтесь на мой канал. И также не забывайте вступать в мой дискорд сервер, оставлять комментарии, смотреть другие ролики. Ну а с вами Кэкси Винтер, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока-пока! И...